Куда идешь? В аптеку. Что там делаешь? Вату мне надо. Вон в ту аптеку. Да. Вата, вон, по-моему, луна у нас. Месяц. Месяц май. А, да, круглая луна? Угу. Это не луна? Это мне как месяц. А. Вот едет, смотрит, пялится. На Снеговский район. Идем в аптеку. Зачем в аптеку? За ватой, говорю, вату надо. За ватой в аптеку идем. Компресс приведем. Все есть, вата нет. Все есть, вата нет. Была же вата. Нет, не знаю, где. Аптека наш друг. Шли в аптеку. 130 105. Тетя Фая там моросит. Ну, вот был бы такой. Вот я такой хочу. Был бы. Все уже нету. Взяла. Что взяла? Шприцы вату. Шприцы вату. Что-то походу будет делать. Делать что-то будет. Красота лепота. Да, нету? Да, наркоман. Вышел с ней прогуляться. Интересно. Подснять что-нибудь. Что интересно? Наркоману нужна ли что-нибудь вата? Какие у нее такие интересы странные. Не, ну, мало. Вата. Не вот. Марганцовку не продают, скоро вату не будет продавать. Котельная топит просто, топит. Отапливает наши вот эти вот домишки. Холодно. Идем в магнит. Дальше. Да? Да. За майонезом? За майонезом. Вот так вот. Магнит за майонезом. Я свеклу хочу сделать тебе. Я же отварила. Ладно, включимся сейчас скоро. А рыбка мне не дали такой? Да. Пойдет. Оливковый огонь. Хлеб. И карапузы, телепузы. Хлеб не можем найти, перестановка. Вот он. Пошли уже. Что-то хочет. Все дошираки скупили, смотри, полки пустые. Это макарошки хочет. Макароны-то зачем? Зачем макароны? Надо готовить второе тоже. Кирилл потому что сказал, второе будет, да? И ты сразу будет, не будет, да? Суп мы не едим же, будешь. Всем понравился, говорит. Она просто говорила, всем понравился суп. А то как это выкинем этот хлеб. Хорошо, вот черный возьми. Ну а что он на полу прям так надо? Нет, здесь это будет. Ладно, включимся. Или в магнит, короче. Темень, наверное, кромешная, не видно ничего. Домишки наши еще. Вон елочка какая. Огонь. И майонез, яблоки, сахар на компот. Салат будет делать свекольный с чесноком, говорит. Какая красивая белка, да?
Ну чё ж ты кривая? Сюда, ну. Вам сюда, Анюта? Да. Да, говорит. Скользкие, говорит, и таблетки вон те. Да, Анюта? Да. Блин. Скользит она, говорит. Скольжу я. Я соскальзываю. Да, соскальзываю. Помнишь этот мультик? На улице Дубак, но сегодня за ночь потеплее. До 19, кстати. Вот, вот люстра разноцветная. Вон в том домчике мы живем. Раз, два, три. Да? Свет выключил, компьютер оставил, да и все. А зачем он там будет гореть, да? Лишние киловатты мотать. Это елка вон, которую я вам показывал, у нас во дворе стоит. Ну как у нас за домом наш. Здесь тут недавно все почистили. Промеж машин, так это не пройти, не проехать. Вот проходит, есть. Есть проход. Да, Анюта? Вот так вот. Отвечает мне. Бля, соль знаменитый. Да, Анюта? Вот так вот. Такая прогулка у нас по морозу. На улице 29 долбит. Ну ничего. Это не погода. Мы переживем. Ладно, что. Дома включимся. Что-нибудь поснимаем дома, может. Еще все равно что-нибудь будем делать. Дом заморозили, холод, пока ничего не льют. В такую погоду что заливать-то? Снег чистят, ну и все. Ладно, все, давайте. Пытаемся. Вот и мы и дома. Наложил я супец. Вчерашний, помните, я вам показывал супчик. Наверное, рыбненький. Мне просто бы... Знали, как он пахнет себе, Анюте. Просто не представляете, как он пахнет. Хлебушек такой. И все. Сейчас сяду, буду употреблять. Потом что-нибудь еще подсниму. Так что вот так вот. Приятного аппетита вам. Поели суп мы с ней. Вкусно было? Мне да. Мне да. Мне тоже да. Теперь я вот это. Пирожки. С этим ем. А она чистит буряк. Свеклу. Свеклу. Свекольный салатик будет делать с мазиком. Да? Да. Покажем, что в итоге получилось. Все. Так вот. Нормалек. Ладно. Может, пока чищу, ты тереть будешь? Я тереть буду. То есть я не пью компот. Я должен тереть. Ладно, давайте. Попили компотику, поели пирожки. Анна трет свеколку. Надирает. Я сделал ей 3 зубчика чесночка. Это маловато, мне кажется. Мало 3 зубчика. Что-то еще в ведре в таком делает. Вроде 4 этих. Она делает в таком ведре. Да? Нормально, что-то перемешивается. Удобно. Перемешивать удобно. Перемешивать удобно. Вот так вот. 3. Трешь? Тру. Что делала целый день, расскажи. Ну, ничего не делала, что пьем сходила. Ничего не делала. Вообще? Вообще. Спала, наверное. Наверное. Угу. Ты пришел, я же спала. Ну да. Ну вот что спрашиваешь. Что спрашиваю? Ну, наверное, спала. Спала. На Лорке зашла в гости, посидели, потрещат. Варька уже ходить потихоньку начинает. Молодец. Спит она вот так все время. Что делать-то? Нечего делать. Спать только надо и все. А, еще этим позвонила. Куда-то. Понятно. Туда-сюда. Туда-сюда. Ладно тогда. Чё? Давайте салатик сделаем. И савила. Салат.
Конечно, я вообще соль чуть-чуть добавляю всегда в него. Соль на убой, короче. Пирожки не досаливают. Салаты пересаливают, да? Почему так делаешь? Объясни. Потому что я не влюбилась в кого-то. Да? В кого? Не знаю. Не знаю. Безответная любовь. Вон макароны купили. Купила. Будет что-то делать. Не сегодня, наверное. Супчик у нас еще остался. Может, сегодня будет делать. Я уже снимать ничего не буду, так что. Вот салатик, да прошлись, что-нибудь так накинул просто, да и все. Так вот, хам, люди в офисе до сих пор работают, видите? Как бы, не парятся. Че, соль, соль, одна соль. Ну, нормально, но соленоват. Еще раз мешаю вот здесь. Угу. Все полностью. Очень вкусный салат. Ну, по крайней мере, кому как, а мне нравится. А я на большой тиру. Я перепутал. Это на маленькой натерт. А я на большой тиру. Я теперь смотрю, что это. Как перекручено, но на большой лучше тереть. Вкуснее. Вот так вот. Так что что могу сказать? Кто там, чайник? У нас машинка стирается. Это все работает. Шум и гам, наверное, один. Че, ребят, будем прощаться? Пойду я мыться. Мыться да спать. Она пойдет, он. Демиксит и не демиксит и делать. О, растаял. Всякое такое. Заниматься. Растаял кто? Демиксит. Да? Ну. Но. Компресс. Компресс будет сейчас делать. Да? Жесткий компресс будет делать. Вот с этого. Непонятно. Это вода еще что-то. Вода и демиксит, я так понял. Один, нет воды. Один к четырем разбавляется или что там делается. Угу. Только что вам сказали. Вот так вот. Ну, сами не знаю. Че? Сегодня крещение, с крещения у вас все купаются, сегодня тоже, да? Не знаю. Да. Что скажешь, на пасашок наберешь шприц? Mm-hmm. Она даже не снимает, думает, что это. Не надо снимать вот это. Ой, как я иголок боюсь, не представляете. Угрожает мне. Смотрите, сейчас игла у нее вниз упадет. Ой-ой, что делает? Уколит. Сейчас все уколит. Он что, какой-то непонятный запах вообще. Ну, он есть, но не такой уж. Сейчас разведу, он будет пипец вонять. Он горячий станет. Да? Будет вонять. Ладно, все. Всем удачи. Обнял, ушел.